Муж чистит курятник. Крышу очень много снега и тяжелый тает. А крыша поликарбонатная, боимся, что рухнет. А там мои девчонки делают робкие шаги в этом сезоне. Выходят из курятника. Я им немножко там посыпала корма, комбикорма. Ну, вот там немножко смешные, лысые, линька идет. Ой, боятся выходить. За зиму отвыкли мои девочки-красоточки. Ну ничего, зиму пережили. Слушайте, как красиво вокруг. Сейчас я вам покажу. Ой, вот это мое картофельное поле. Помните, я здесь снимала видео про картошку Гала, про королеву Анну. Вот это поле, белая нетронутая гладь. Скоро все это растает, я надеюсь. И опять начнутся посевные полевые картофельные работы. Сейчас посмотрим, как перезимовала моя голубика. Извините, трясется, потому что проваливаюсь. Наст уже такой не плотный. Ой, поэтому немножко проваливаюсь. Ну, в общем, голубичка вся целая. Почему, скажете, верхушки такие крученые? Это не специально я делала. Накрывала лутросилом от птичек. Она подтянулась, и под лутросилом, конечно, вот они загнулись, верхушечки. Но надеюсь, что все выпрямится. Посмотрите, вся живая, есть цветочные почки, плодушки. Там даже брусничка выглядывает из-под снега. Вся живая голубика. У кого нет голубики, просто призываю вас, сажайте садовую голубику. Насколько это вкусная, благодарная, благородная ягода. Да, нужно вложиться при покупке и грунт хороший, кислый купить. Потом за ней немножко следить надо, но для меня это самая лучшая ягода, садовая голубика. Ой, вкусная какая она, крупная у меня. Вот так выглядит ель. Две шишечки, они раскрылись. В прошлом году были плотные, их было больше. Либо упало, может, птички утащили. Забыла, как называется. Покупала в Москве у Саши Верещака. Такая елочка. Посмотрите, все под тяжестью. Вот первый ярус веток весь под снегом лежит. А вот и шишечка одна. И еще одна. Все валяется на снегу. Видно? Ой. Но все ждет весны. Вы знаете, так в воздухе пахнет весной хорошо. Чистая гладь. Это второй участок. Муж продолжает работать. Я снимаю. И сейчас пойду снимать видео про рассаду. Покажу, какая у меня рассада, что пересаживаю, расскажу о схожести семян. А здесь уже весна-весна. Такие хорошие проталинки. Но сделано это искусным путем. Муж чистил. Здесь убирали. Тут кое-что хотели привезти, но пока не получилось. Поэтому вычищали всю площадку от снега. Вот там такие сугробики. Это муж чистил. Все здесь сам вручную. Так выглядит ель Изили фастигиата. Вот нижний ярус был полностью утоплен под снегом. Подраскопали. Не знаю, ну, вроде бы ничего не обломалось. Надеюсь, все будет хорошо. А нет, есть, по-моему, вижу там сломанные. В общем, вот так. Штамбик здесь на боку совсем. Вот так там выглядит дальше. Мои хвойные. Лиственницу, я вам рассказывала, разломала на две половинки. Но, надеюсь, все заделали, приделали. Надеюсь, все будет хорошо. Качелям даже не прорваться. Все еще в снегу. Еще большие сугробы. Снежно очень. Спирейка распласталась под снегом. Два шарика. Вот там следующий. И вот этот Golden Princess. Вообще ее не видно. Не знаю, насколько будет разломано. То есть, видно-то уже стало. А всю трагедию увижу позже, когда сойдет снег. Надеюсь, жива. В тепличке проглядывается все то, что мы там оставили. Цинерария в горшках. Я ее прямо так поставила. Сейчас пока в теплицу не пробраться. Снег нужно чистить. Посмотрим, что там. И в этой теплице у меня обогрев грунта. Девочки просили снять у меня отзыв, обязательно сниму. Чуть дальше, как попаду в теплицу, я вам все расскажу, довольна или нет, посоветую или нет, нравится или нет, стоит
В общем, девочки, однозначно могу сказать, что стоит. К колодцу еще не подойти. Все в снегу. Южная сторона колодца оттаяла, а северная вот еще в нетронутом снегу. Ель тоже оттаивает. Вот хочу нижний ярус, как вы думаете, вот эти ветки полностью убрать, потому что неудобно ходить, косить. И они такие вот, ну, страшненькие. То есть хочу вот этот нижний ярус убрать и оставить только вот эту верхушечку. Вот. Сниму немножко. Много снега еще, очень много. Но тепло, вот мне даже жарко. Плюс 5 на улице, хорошо. Весна, весна. Чтоб у всех все было хорошо. И вот два моих шарика, две туи. Помните, были полностью разваленные под снегом. Все, снег растаял, снег сошел. И они приняли обратно ту форму. А вот яблоньку нужно резать нещадно. Видите, сколько вверх веточек пошло? Это волчки. Все-все буду удалять. То есть поникшая будет яблоня, формирую ее с поникшими ветвями. Вот этот верх полностью буду убирать. Собачки лают, хорошо. Все, мои дорогие, всего доброго, будьте здоровы и счастливы, берегите друг друга, цените. Всего доброго, пока!